Всем привет! Меня зовут Николай, и сразу же ринемся с места в карьер. Значит, на ваших экранах вы сейчас наблюдаете трату 200 душ на набор с классическим Sub-Zero. И, как видите, повезло с первого раза. Первая моя покупочка, и опа, классика Sub-Zero готов. И дальше в видео вы увидите ответ на часто задаваемый вопрос: как ты получил его седьмого слияния? И т.д. и т.п. Просто обычный перебор при помощи утилиты Titanium Backup. Чтобы получить классического Sub-Zero седьмого слияния, как вы понимаете, нам нужно 8 карт. 8 карт – это 1600 душ. Видите, второй раз мне не повезло. 1600 душ. У меня как раз было 1643 души, если память не изменяет. И я начал экспериментировать. Будет открыто 10 наборов. По-моему, настолько у меня хватило нервов. И среди них всего лишь один раз выпал классический Sub-Zero в самом первом наборе. Ну, что я могу сказать? Заниматься этим можно до посинения, пока всех не откроешь. Можно по одному разу в день открывать, по два раза в день. Я же этим занимаюсь во время поездок на работу и с работы. Где-то есть минут 15-20 спокойных, когда меня никто не трогает, я никому не мешаю. И я просто сижу и перебираю паки. На данный момент, вы понимаете, у меня уже все персонажи открыты, кроме тех, которые вот только-только появляются, так как классический Sub-Zero. Таким я уже не страдаю. Все снаряжение также открыто. Поэтому, ну, мне понадобится, я не знаю, неделька, может, две, чтобы получить Sub-Zero седьмого слияния. Все. Как видите, в этом видео я тут все повырезал, все загрузочки. Просто покупаем, открываем, не понравилось, выходим, восстанавливаем данные и заново запускаем, покупаем, не понравилось, выходим, восстанавливаем данные, открываем и так до победы. Вот и все. Всем спасибо за внимание. Давайте пока-пока, встретимся в войнах фракций.